Novac Winery exportă vin în 18 țări, participă la concursuri internaționale și deține 140 de medalii. Secretul lor? Să pună în valoare ceea ce oferă Moldova și nu poate fi găsit în altă parte. Первый раз, когда мы поехали на Провайн, спрашиваю, что у вас есть автохтонное, что есть локальное. Потому что, как бы, Кабарне Савиньон, как бы, да, все знают, что есть во Франции, все знают, что Новая Зеландия, она славится своими савиньон-бланами. И мы после этого начали понимать, что все-таки нам, чтобы удивить кого-то, надо показать что-то свое. Așa a apărut Alb de Onițcani, care a cucerit consumatorii încă din 2017. Onițcanski – это была визитная карточка нашей компании. Мы его изначально экспериментировали в абсолютно разных селекция в разных формах, купажировали с разными винами, делали из рислингов купажи, из шардоне, из флоричика с фитяской регалы. Novac experimentează în continuare cu soiurile autohtone, dar și cu cele de selecție nouă. Următorul candidat la succes e floricica, un soi care a fost redescoperit în laboratoarele vinăriei. Молдову будут узнавать через эти сорта, которые достаточно очень хорошо себя зарекомендовывают. Та же самая флоричика, ее все называют молдавским савиньон бланом. То есть она не получается не такая цветочная наподобие виорики, да, то есть ароматы бусуйка. Здесь больше цитрусовые оттенки, здесь больше оттенки идут ананасовые, да, и очень хорошо себя показывают. Atunci când descoperă un soi care ar putea fi pe placul publicului, Andrei Novac investește și mai mult în el. И у нас достаточно мало сейчас флоричики, у нас всего лишь 1,63 гектара. Но в этом году мы сажаем еще 5 гектаров. Если будет все хорошо, мы через год-полтора хотим еще 9-10 гектаров посадить, потому что себя очень хорошо зарекомендовывает этот сорт. Он устойчив к болезням, он мало опрыскивается, он засухоустойчивый, и при этом при всем он тон 10-12 на гектар спокойно на юге дает. Andrei Novac recomandă vinificatorilor să nu se teamă de experimente și să îmbrățișeze soiurile locale, chiar dacă arta vinificației cere multe sacrificii și răbdare. Занимаются виноделием, они большие энтузиасты, и это работа для своих детей. Мне отец передал бразды управления с винодельней, я занимаюсь, я понимаю, что, скорее всего, даст Бог, все сливки, как бы мои дети уже будут брать на себя, потому что найти нормальное вино – это 15-20 лет. То есть лоза, которая очень правильно может хорошо дать, это хотя бы 20-25 лет, чтобы ей было.